Фирма Трампетер, Китай, 35-й масштаб, итальянский бронеавтомобиль Puma 4x4. Очень известная машина итальянская. Выпускается она, по сути, в двух основных модификациях. Ну, модификаций на самом деле много, но шасси двух видов, двухосное и трехосное. Собственно, вот так ее Трампетер выпускает. В двухосном варианте вначале вышла вот эта модель, и затем они выпустили трехосную, у нее длиннее база. У модели этой артикул 05525. Вышла она, если я не ошибаюсь, в 2014 году. Что мы видим еще в коробке? Видим, мы фототравление, да, добавлено. Что нас ждет внутри? Значит, наверное, может быть, я и ошибся, поскольку мы видим с вами внутри постер, где написано 2012 год. Ребята, время идет очень быстро. Наверное, она вышла все-таки в 2012 году, раз такие надписи. Ну да ладно. Значит, что видим внутри? Детальную инструкцию, который нам показано большое количество деталей, которые входят в набор. И дальше пошла сборочка. Как видим, корпус внутри полый. Соответственно, возможно, любители деталировки смогут что-то добавить, если захотят. Ну, дальше пошла там ходовка и все прочее. Почему сказал, что захотите, сможете добавить? Есть волкраундов много, то есть детальных съемок этой машины. Она достаточно давно выпускается для итальянской армии, поэтому фотографий вы найдете много и сможете что-то изготовить. Производитель не дает совершенно деталей внутренних, поэтому лючки-то открыть можно, но, к сожалению, там будет пустота. Те, кто хочет заполнить эту пустоту, придется серьезно потрудиться. Ну а так вообще машинка крайне деталирована. В свое время я эту машину, ну, прототип, скажем, оригинал изучал, потому что собирался сделать модель 72 масштабе смоляную и изучал фотографии. Поэтому знаю, о чем говорю. Очень детализованная модель, просто вот суперская. Единственное, что сразу хочу заметить, для тех, кто хочет сделать ее еще лучше, настоятельно рекомендую приобрести для нее единственный выпускаемый набор дополнений. Это набор от фирмы Voyager, мультимедийный набор, отравление и кое-какие детали туда еще дополнительно входят, точеные и пластиковые. Я вам его покажу отдельным роликом. Ну а пока продолжаем знакомиться с содержимым набора. Вот у нас тут такая маркировочка в, собственно, маркировке которые показаны на коробке, да? И белого цвета, и типичная обычная натовская маркировка для итальянских войск. Вот, то есть хотите, можете сделать, окрасить ее в любой вариант, ну и декали соответствующие тоже даны. Что внутри? Внутри такие замечательные элитники, я сейчас вам покажу их опять же ближе. Вот. Китайские производители в этом плане молодцы, прокладывают специальные прокладочки, чтобы мелкие детали не повредились. Видите, здесь тоже часть деталей очень важных закрыта. Вот, собственно, почти. Как-нибудь хитро заглянем туда, что же там нас ждет.
Времена нынче непростые. Модель нужно продавать. Распечатывать я ее не буду, вы уж меня извините, поскольку ее хозяин будущий, наверное, вот этого был бы не в восторге. На сайте производителя также есть литники, поэтому кому захочется посмотреть, что там, то, что мы не показали, милости просим, посмотрите. Вот что еще, следующий пакетик. Вот такой. Да, могут меня за это осудить, сказать, ты мог бы вскрыть пакеты, показать нам все детально. Но если такой логике следовать, да, то можно было бы сказать, ты можешь взять молоток, разбить все это, сжечь нам, потому что нам тоже интересно посмотреть, как это все горит и ломается. Ребята, вот не буду я этого делать, не открывать пакеты, ничего не ломать. Задача у ролика достаточно простая, показать, что вы увидите, когда откроете коробку. Да, вот не у всех людей есть возможность прийти в магазин и увидеть вот эту модель в продаже, открыть эту коробку и посмотреть, что же там есть. Да, даже если вы придете в магазин, не каждый продавец возьмет на себя смелость распечатывать вот эти пакеты, потому что он понимает, что потом он эту модель может уже не продать, она будет выглядеть как БУ. Соответственно, и я в этом случае беру эту модель. Она впоследствии должна быть продана обязательно. Но за нее плачем деньги. Поэтому мы оставляем все как есть. Просто показываем, что лежит внутри коробки. Целью данных видеообзоров не является сравнение моделей с оригиналами и так далее. Ну а мое мнение остается моим, субъективным. Вот смотрите, фактура колес, да, очень замечательно передана. На мой взгляд, шикарные колеса резиновые. Так, ну и у нас остался корпус. Вот такой корпус с кучей посадочных мест. Внутри еще, видите, какие-то прокладочки, втулочки. Вот. И вот такая вот платка фототравления. Ну, достаточно простая, но плюсом, да, вот еще одна. Плюсом является хотя бы уже то, что оно есть, да, но не каждый производитель кладет фототравление. Это начинание очень хорошее. Они его начали достаточно давно и успешно продолжают для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Ну вот, собственно, такой обзор. Интересная машинка, на мой взгляд, для любителей современки. Замечательная, ездит до сих пор, активно участвует в миротворческих операциях. Да, и, соответственно, вы можете собрать ее именно в таком виде. Вот, в итальянской армии используется активно до сих пор. Поэтому будет неплохим приобретением. Детализовано отлично, нет абсолютно ни одной альтернативы, да, по крайней мере в пластике точно абсолютно, и, наверное, в ближайшее время не предвидится. И напоминаю, что есть еще дополнительный набор фототравления к ней, шикарный, который производит фирма Voyager, о котором мы расскажем в другом ролике. Это был обзор содержимого коробки фирмы Trumpeter в 35-м масштабе, итальянский бронеавтомобиль Puma 4x4.